Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно бюджетной блесне от компании Микада. Модель называется Бриз. Данная блесенка имеет длину 3,4 см, весит 5 грамм. Довольно компактная блесна, как видно, изготовлена из довольно тонкой металлической пластины. Имеются такие выштамповки на поверхности самой блесны, шарообразные. С обратной стороны блесенки у нас указано название модели, бриз, вес приманки и логотип фирмы Микада с таким вот орлом, если я не ошибаюсь. Данная блесенка приобреталась мною для ловли на реке, для ловли в основном белого хищника, такого, как голавль, в основном упор делаю на него, и такого хищника, как окунь. Данная блесна на недавней рыбалке довольно неплохо себя показала по окуню, а также довольно неплохо на нее брался и голавль. Игра данной блесны довольно-таки интересная, довольно активная, можно так сказать. Также данная блесенка очень отлично работает на медленных скоростях проводки и также имеет на паузах отличное осыпание. Летит данная приманка очень хорошо за счет своих миниатюрных компактных таких размеров и веса 5 грамм. Данная приманка имеет отличные полетные характеристики. Фурнитурно на данной приманочке, я бы сказал, установлено на четверочку, довольно большие заводные кольца. Я бы посоветовал при приобретении заменить кольца на размером немножко поменьше. Ну, в принципе, с этими кольцами тоже вполне можно использовать. Крючок довольно-таки неплохой, в меру острый, и на данном крючке имеется розоватый кембрик. Голавль попадался на данную блесенку где-то до 700 грамм максимум на данный момент. Окунь же средних размеров, окунь я не взвешивал, ориентировочно грамм 250 до 300 грамм был, скажем, пойман на данную блесну. Также данную блесенку атаковала щука несколько раз. Ну, щучки были скромного размера, где-то в районе 500 грамм. Блесну, в принципе, можно характеризовать в какой-то степени как универсальную, то есть на нее отлично ловится окунь, отлично ловится белый хищник, такой как голавль, и, конечно же, зачастую в прилове попадается щука. Ну, щука, к сожалению, на данный момент пока что попадается скромных размеров. В принципе, блесенкой я вполне доволен. За относительно бюджетный ценник блесна довольно-таки уловистая. Всем могу смело рекомендовать данную блесенку к приобретению, у кого ограничен бюджет или кто ищет бюджетные приманки для ловли с берега, где чисты, скажем так, отрывы, зацепы приманок. Данная блесна отлично подойдет для данных, скажем так, условий, ситуаций. Всем спасибо за просмотр. До свидания.